С 2018 года организована лаборатория биотехнологий по выращиванию картофеля в условиях инвитро. Приобретено современное оборудование для биотехнологических работ по картофелю. После стерилизации препарирующих предметов в стерильных условиях проводят черенкование клонов картофеля. Как видите, вначале поджигают спиртовку, подводят пробирку для обжига, снимают пробку с пробирки, стерильным пинцетом достают клон картофеля и прикладывают на стерильный матрас. Как видно, проводится срез по стеблю картофеля наискосок, где расположена пазушная почка и черешок листа. По растению можно отобрать до 3-5 срезов. Отобранные черенки аккуратно вводят в питательную среду для дальнейшего их роста в условиях инвитро. Посеяв таким образом, верх пробирки проводят над огнем спиртовки. Также пробку обеззаразив над огнем, спиртовки закрывают пробирку с новым черенком картофеля. Подготовленные посадочные пробирки с новыми черенками картофеля подписывают с указанием даты посадки и сорта картофеля. Идет расстановка пробирок с новыми клонами в пробирочные плашки и затем их устанавливают на растильные стеллажи биотехнологической лаборатории. Идет биометрическое измерение корневой системы. Данные фиксируют в дневнике,